Еще в 10 населенных пунктах Жамбылской области появился долгожданный газ. За 4 месяца компания «Казтрансгаз Аймак» проложила 73 километра газопровода. Работы начали в июне, а уже в октябре завершили. Тогда же подключили и 2 поселка. И вот в качестве подарка ко Дню независимости еще 57 тысяч жителей из 8 сел получили возможность пользоваться самым удобным топливом. Радости Мадины Молдожановой нет предела. В ее дом пришел долгожданный газ. Так что у жителей отпадает необходимость закупать уголь, топить печи, вывозить золу. Да и согревается дом теперь гораздо быстрее. Благодарим наши власти и компанию «Казтрансгаз». Желаю, чтобы такая радость пришла ко всем, у кого еще нет газа. По поручению президента Касым-Жомарта Токаева строительство газопроводов для 10 населенных пунктов Курдайского района начали в июне. Специалисты рассказывают, что проект состоял из 2 этапов. На первом «Казтрансгаз» проложил 42 километра газопровода высокого давления. Еще 31 километр финансировал местный бюджет. Сначала к голубому топливу подключили села Отиген и Харасу. И вот накануне Дня независимости еще 8 сел, в которых живут 57 тысяч человек. Мы провели работу по увеличению мощности газораспределительной станции для подачи газа в населенные пункты. Это существенно улучшит социальную ситуацию в Курдайском районе и поспособствует оздоровлению окружающей среды. Однако стоит помнить о мерах безопасности. Для этого специалисты компании «Казтрансгаз Аймак» раздали памятки с правилами пользования природным газом и провели разъяснительную работу. Планируется, что 95% населения Курдайского района будет обеспечено природным газом. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 47%. Для жителей это благо. Стоимость отопления для них снижается, будет чисто, улучшится экология. И мы верим, что это внесет значительный вклад в развитие предпринимательства в этих селах. Всего в этом году компания «Казтрансгаз» построила 392 километра газопровода в Курдайском районе. Эксперты говорят, что эта работа будет продолжаться и в будущем. Теперь у нас совсем другая жизнь начинается с газом. Гордо улыбаются курдайцы. Жанна Рахимжанова, Асем Караулова, Нурбулат Жанабекула, Информбюро, Жамбылская область.